Okay, sir, let's go. Сегодня на календаре 12 февраля, и в данный момент мы находимся в кибер-арене ArtForge, где сегодня состоится первый в истории Казани турнир по игре Counter-Strike между командами деятелей клубной жизни города. Итак, давайте посмотрим за этим увлекательнейшим зрелищем. Я представляю команду клаберов, которые любят транс и прогрессив музыку в Казани. Как тебе вообще идея проведения подобных мероприятий? Я сразу угорел с вами, честно. Ну что ж, Румбро, у вас есть какой-нибудь девиз команды? Отгандурайся все! Что лучше, 2 часа секс или 2 часа игры в Counter-Strike? Секс, конечно. Секс, конечно. Секс. Я умудрялся совмещать. И сразу же в первой игре сошлись две промо-группы. Это Simple промо-групп и Showmakers групп. Давайте понаблюдаем за их соперничеством. Мы регулярно проводим чемпионаты по Counter-Strike, по Dota, то есть по основным кибердисциплинам, но проводим среди профессионалов, которые занимаются этим профессионально. Мы решили привлечь ту аудиторию, которая, в принципе, в компьютерные игры не играет, наверное. Ну, теперь будет играть, потому что это интересно и это весело. Ребят, что хотите сказать? По окончании турнира вы стали победителями. Спасибо за организацию. Да. Спасибо вам за организацию. Вам поймали за от игры. Было круто. Нам очень понравилось. Побольше купанов. Побольше купанов. Да, да. И побольше. Не важно, Counter-Strike, футбол. Нужно общаться, нужно встречаться. Мы будем рады видеть вас на наших новых мероприятиях, о которых вы можете проследить в интернете.